Всем привет, с вами я, Вадим Сена, добро пожаловать. Мы сегодня продолжаем про Tomb Raider и горные монастыри. Поехали. Горные монастыри. В общем, будем продолжать сегодня наши приключения. Надеюсь, что у нас все будет получаться с этими загадками. Эй, я нашел выход отсюда. Девка, ее надо взять. Хранители возьмут, а я сматываюсь отсюда. С этим справится дробовик. Выход был прямо под ними. Thank you.
Майкл подойдет. Кажется, или громко очень? Наверное, громко. Эту раскладку перемещаем вперед. Вперед. Медленный шаг. Ctrl. Прыжок. Спасть. Кувырок. Уклонение. Бег. Shift. И все. На плеча, приближение карты, результат их свечет, перемещение, понятно. Мимо пробегаем. Остальные с тобой? Нет, я выиграла рацию охранника. Не понимаю. Меня похитили. Что? Где ты? Я не знаю. В каком-то древнем японском дворце. Они все время говорят об огненном обряде. Лара, я жутко боюсь. Боже, кто-то идет. Нужно спрятать эту штуку. Сэмми! Сэмми! Огненный обряд.
в гробнице Пимика. Рот, ты на связи? Направляюсь ко дворцу. Всех остальных тоже держат. Я тебя догоню, и мы войдем туда вместе. В общем, следующая миссия у нас называется «Друг познать РПДМ». Один путь на базу в Франции. Увидимся в следующей серии.